поставить уведомление. Что нашего менеджера мы представили. Девочка, давай мы тебя сейчас представим, да? Да, это Алена. Алена Ковальчук, менеджер Украинского института МНП под руководством Виктора Панченко. Со всеми организационными вопросами вы обращаетесь к Алене. Рассылку по повторникам, по ступеням, по каким-то еще событиям Украинского института МНП вы будете получать из уст и рук Алены. И от сердца. Ее личные координаты не возбраняется брать, то есть можно подойти в перерыв и сказать. Да, но она в этом смысле никому не откажет. Ну что, продолжаем. Поучаствовать в демонстрации. Какой? Любой. Разный. Охотиться же хочется. А еще? Так, чтобы у нас был большой выбор. Было больше. Отлично. Ну как, будем настаивать, чтобы все поняли? Я, пожалуй, спасибо. Я попрошу Ирину. А вы калибруете, как обычно. Наблюдайте очень тщательно. А я думаю, нет, ты что? Я что? Спасибо. Я пытаюсь продучивать себя в голове Ирина, потому что я при этом как-то кожу с таким важным. Мы будем периодически возвращаться в группу, хорошо? Да, вместе задавать какие-нибудь вопросы. Кстати, все, кто здесь присутствует в демонстрации, участвует в такой же демонстрации, только здесь вся группа. Да. Большой, обзор, да. Большое интересное количество изменяемых людей. Мы сделаем следующее. Сейчас мы покажем группе, как устроены мы внутри себя, как мы воспринимаем внешний мир и как мы реагируем на этот внешний мир. Причем сплошь и рядом. Для этого я хотел бы, чтобы сейчас ты вспомнила что-нибудь такое, развеселое. Ну, что-нибудь такое, чтобы тебя повеселило, когда ты вспоминаешь его. Вот ты думаешь об этом, и у тебя меняется настроение. Подумай. Конечно, вы не можете так готовить. Ну такое, да. Такое, да. Хорошо. Да. Здорово. Скажи просто, сколько будет 235 минус 36? Я так постоянно скажу. И я тоже не скажу. Значит, я знаю ответ. Минус 1. Как думаешь? Это было тебе, как Катя пригнулась от взгляда. Я погрузилась просто. Ладно. Ну да, 199. О, ты знала? Да, я притворялась, что не знаю. Определенно. Скажи, пожалуйста. А есть у тебя еще какое-нибудь воспоминание такое из твоего опыта, которое бы также было для тебя радостным, веселым, да? Есть. Понимаю. Ну что-нибудь такое. Такое. Повеселее. Может, еще веселее. Да куда же веселее? Это правда. Хорошо. Ну, есть. Все увидели, что есть. Калибровки те, развеселые, разудалые.
И опять дурацкие вопросы. 235 минус 37. Сколько осталось? 8. Угу. Спасибо, хорошо. Послушай, а теперь я попрошу тебя вспомнить что-нибудь из своего опыта. Ну, такое. Нейтральное? Ну, нейтральное или даже, может быть, немножечко неинтересное. Заметили все, да? Другие коллеги? Хорошо. Скажи, пожалуйста. А давай встанем на всякий случай. Давай встанем. Чуть-чуть. А, давай садимся сразу. Скажи, пожалуйста. Что ты думаешь, вот скажем, вот о всех впереди сидящих? Ну вот прямо здесь. Милые добрые люди. Скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, жизнь, ну не знаю, например, в этом государстве или в этом городе? Идет. Скажи, а ну вот если бы, не знаю, что-нибудь изменилось в ближайшее время? Ну что-нибудь, я не знаю. Ну что-нибудь, да. Что-нибудь. Как бы тебе это было в этом государстве или в этом городе? Ну, к лучшему изменилось. Ну не знаю, как такое было? К лучшему, да. Наверное, к лучшему? К лучшему, да, приятно. Наверное, к лучшему. Скажи, а если бы вот через какое-то время никаких изменений не произошло? Как это? Ну просто она опять бы шла. Просто шла. Хорошо. А если бы... Вот вспомни, как было раньше. Вот раньше, как по-твоему было? Весело было. Да? Надо же весело было. Ну конечно. Да. Хорошо. Ну хорошо. Бог с ней жизнью в этом городе, да? Вот если бы мы с тобой переехали в какой-нибудь другой, мы просто стали бы жить в другом городе. Как бы тебе? Смотря в каком другом городе. В любом. Ну, тоже неплохо. Наблюдаете, да? Хорошо. А если бы в этом другом городе мы через время начали бы устанавливать что-нибудь свое? Что-нибудь поменяли бы, ну, кого-нибудь там. Вот как тебе, вот представь себе, что в этом городе через какое-то время что-то поменялось. Ну, вот как-то так. Как тебе? Хорошо. Хорошо, нравится? Ну, мне тоже так кажется. Хорошо, да. Но потом наступили времена. И опять что-то поменялось. Опять новое решение. Уже хуже. Сразу же. И так циклично, да? Белое, черное, белое, да. Черное. Хорошо, все, давай, уехали с тобой в другую страну. Хорошо. Давай. Да, это лучше звучит. Это более оптимистично. С тобой другую планету. Представь себе, выбрали другую планету. Да, выбрали. Ну, как тебе? Как тебе в скафандре? Интересно. А потом еще одну. Спасибо. Выбрали какую-то одну. Ага. То есть что-то меняется? Меняется на этой планете, что ли? Меняется, да. А представь себе, еще больше меняется. Ага. Ага. Хорошо. Давай сейчас подумаем о том, вот у тебя будет ближайшее будущее, ну, твое ближайшее будущее, скажем, после второй ступени. Ага. Подумай, ну, после второй ступени проходит какое-то время, ну, немного так. И что-то там такое. Понаблюдай за этим.
Да-да-да-да-да, что-то происходит. Наблюдай, 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 да-да-да. Классно. Классно, нравится? Да. Ну, спасибо тебе за демонстрацию. Присаживайся. А мы сейчас будем вместе обсуждать, что происходит.